Нынешняя власть специально занимается деградацией рабочего класса, и вы найдете, как и в Харькове здесь под, простите, просто грубо скажу, под забором 100 экономистов или 100 юристов, но токаря 6-го разряда уже мы в редком случае найдем. Мы сегодня ставим проблему ребром и вопрос государственного заказа на подготовку инженерных специальностей, на внедрение по-настоящему инновационных технологий для того, чтобы развивались и продуктивные силы, и новые технологии внедрялись, и, естественно, тогда Украина была конкурентоспособной. Мы должны сегодня говорить и о той деградации, которую навязывают как в квалификации рабочей силы, и это приводит к тому, что у нас самая дешевая рабочая сила. Но как можно понимать, когда говорят о европейском выборе, металлург в Украине получает 280 евро, а металлург в Европе при таких же условиях, в рыночных условиях, получает 3800. Вот тут я массу других вопросов могу приводить в качестве примеров, как надо решать. Поэтому, когда мы говорим о развитии производительных сил у нас, то это прежде всего государственные программы поддержки, я уже говорил, инновационный путь и технологии. Далее, это вопросы развития конкретных направлений, прежде всего в промышленности и на селе. Это вопросы, которые связаны с развитием регионов. И таким образом мы и будем возвращать ту социальную базу, о которой говорит уважаемый журналист. Спасибо. Я не говорил о социальной базе. Вы сами себе задали вопрос и сами на него ответили, Петр Николаевич. Но возвращаясь к тому же, о чем вы говорили, о попутчиках, не насторожено ли отношение к вам вот ваших коллег, коммунистам, я имею в виду коллег по парламентской коалиции, я имею в виду, что понимают ли они, что в будущем это общественная собственность на средства производства? Или это, как вы знаете, бы, они, вы так туманно задали вопрос, что я никак не пойму. Мы в никакую коалицию не входим сегодня в парламенте. Нет коалиции, в которой коммунисты принимают участие. Во-вторых, если у нас блок есть левых или левоцентристских сил, так это не коалиция в парламенте. Это сегодня объединение политических сил для решения вопросов. Возврат народовластия, исключение участия в экономической политике и управлении экономикой олигархов – это радикальное изменение внутренней социальной политики и радикальное изменение внешней политики. Поэтому простите, что я не отвечаю конкретно, но ваш вопрос настолько туманен, что мне не на что отвечать. Серег, прости, я продолжу свое позволение. Я понял, тогда попутчики. Что вы имели в виду, когда сказали это слово? Попутчики. Я теоретически воспользовался той терминологией, коль вы в некоторой мере сделали посылку на то, что вы знаете марксизм и знаете произведения классиков, Ленин как раз об этом и говорил, что есть союзники, есть попутчики, кроме той социальной базы, которая и совершает все эти революционные преобразования. Поэтому сегодня малый и средний бизнес, о котором очень часто говорят, его ведь практически нет, называют те, кто через посредническую деятельность зарабатывает себе гроши на жизнь. А я хочу создать для них базу, для того, чтобы они получали развитие. А это те же самые дешевые кредиты для них. Это, так скажем, сегодня исключение коррупции во власти. Это налоговые каникулы. Они создают рабочие места, создают производство. Мы защищаем внутренний рынок, исключая сегодня действия положений статей законов о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Мы даем сегодня кислород для людей, которые хотят себя реализовать. И считаем, что именно этот подход и даст возможность им поверить в то, что новая политическая система является их союзником. Вот почему я сказал, что сегодня они попутчики, завтра они будут союзниками наши. Потому что мы им предлагаем нормальную, здоровую власть и здоровую экономику. Благодарю вас. Если мы заговорили о попутчиках и о Ленине, я позволю себе привести цитату из него же. Говоря о революции, он сказал, конечно, при этом придется испачкать руки. Партия – это не институт благородных девиц, какой-нибудь преступник может именно поэтому оказаться нам полезным, что он преступник. Мы должны принимать в партию воров, лакеев, пауперов и проституток. На основании этого как раз вопрос, почему тогда не за Януковича сформулировано так? Ведь он вождь явно, на это вождь явно указывает. Значит, я бы хотел попросить Зураб только в одном. Корректно относиться к тому историческому периоду, в котором это было произнесено. Поэтому, когда мы говорим о том, что было в тот период, то только в той части, что у нас сегодня действительно во власти находятся те, которые развивают проституцию, которые наркотиками убивают наших детей, которые формировали банды преступников, которые здесь управляют местными органами или теми, кого назначают. Это те, которые сегодня торгуют незаконно оружием и практически уничтожают международного плане авторитет Украины. Поэтому в той части, как вы терминологию употребили, то это правильно. Но я говорю о формулировке Владимира Ильича Ленина в том историческом отрезке времени, как это было сказано. Благодарю вас. Молодой человек, да, пожалуйста. Университет, слушаем вас. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте. Верховный Совет не так давно принял закон о гарантиях социальной защиты.
Ну, в результате его выполнения кабинетом министра, ну, в частности, мои родители получили весьма символическую добавку к пенсии. Естественно, это их не удовлетворило, и хотя я молодой человек, меня также не устраивает такая социальная политика в государстве. Какую социальную политику будете проводить вы в случае вашей победы? Откуда вы возьмете деньги? Ну, собственно, из каких источников будете финансировать социальные программы? Спасибо. Спасибо. Я хотел бы некоторые дать пояснения. Во-первых, инициативы о так называемых социальных стандартах внесены только перед выборами. Характер этих инициатив – минимальная заработная плата, повышение минимальной пенсии и потребительская корзина. То, что это перед выборами, дает мне основание утверждать, что никто не думал о повышении жизненного уровня, то есть благосостояния наших людей. Это во-первых. Во-вторых, не кажется ли вам странным, уважаемый молодой человек, что вносят предложения те, которые должны были не вносить его в парламент, а делать? Давайте мы с вами разберемся. 90% всей собственности в Украине принадлежит им. Они владеют сегодня заводами и фабриками. И они вправе были, думая о будущем народа, взять и сделать следующее. И я бы тогда понимал, что мне, выступая так, передо мной мои же коллеги, мне дают шанс и улучшить ситуацию в стране. За счет чего? Он мне заявляет, я на своем заводе до 10 тысяч сегодня среднюю заработную плату поднял. Таким образом, мы увеличиваем поступление за счет подоходного налога в местный бюджет. Мы даем возможность сегодня меньше дотации использовать государственного бюджета. Тогда это дает вам шанс, и давайте будем увеличивать те же самые стандарты. Это первое. Второе. Не кажется ли вам довольно-таки странным, что к этому призывают по минимальной пенсии те, которые сегодня со своих предприятий выгоняют рабочих, отправляют их в неоплачиваемые отпуска, не выплачивают им заработную плату? Для вас, молодой человек, я хочу сказать следующее. Пенсия и фонд на пенсионы формируются за счет отчисления от заработной платы. Поэтому они говорят о повышении социального стандарта, а сами в это время выгнали ваших родных или близких с работы, не дают заработную плату, за счет чего тогда пенсионный фонд наполнять? И я хочу общую цифру назвать, уважаемые, кто следит за этим. До 90-го года в нашей Украине было 28 миллионов рабочих мест. Сегодня до 10 миллионов. Вы понимаете, какая колоссальная разница? А прожиточном минимуме то же самое. Таким образом, образ, который они представили, или мы должны понимать, это следующее. 18 лет гоняет народ Украины за социальными стандартами. Только с каждым разом, после того, как провозглашают эти социальные стандарты, живем все хуже и хуже. То есть, это образ. Есть собачья упряжка, есть сани, человек сел на сани, удочку взял, кусок мяса впереди повесил, собака бегает за ним, но никогда не догонит. А теперь что надо сделать? Надо радикально изменить алгоритм подхода к проблеме. Я считаю и убежден, надо вести разговор о повышении жизненного уровня. Что это означает? Это означает государственную позицию и политику проводить следующим. Повышение заработной платы, пенсии и стипендии и жесткий контроль за ценами. Я, кстати, это продемонстрировал, когда вносил предложение о моратории на повышение цен на лекарственные препараты. Ющенко, гражданин Ющенко с мафией этой аптечной снюхался и практически наложил вето. Так вот, в данной ситуации я уже внес проект закона в парламент, по которому в себестоимости продукции, независимо от форм собственности, заработная плата должна составлять до 60%. Это означает, что сверхприбыли или прибыли собственник должен получать не за счет шкуры рабочего, а должен получать, внедряя новое оборудование, новые технологии, энергосберегающие технологии, и за счет этого получать прибыли. Тогда он будет уважаем в обществе. А то, что он сегодня делает, я считаю, это неправильно. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Наша позиция в отношении сдерживания цен основана на том, что получаешь сверхприбыли, мы экономическими методами будем это все делать, будешь платить сверхналоги. Далее, следующее, для того, чтобы тоже не жировали. Получает зарплату в 1000 гривен, плати 6% подоходный налог. Получаешь 100 тысяч доходы, будешь платить до 70% подоходный налог. Так как в Европе, кстати говоря. А то все говорят о европейском выборе, только почему-то за счет шкуры наших рабочих. Народ должен нищать, а он, так скажем, в Европе отдыхая, живет, так скажем, на эти незаконно вывезенные отсюда капиталы. Благодарю. Вы удовлетворены ответом? Да, действительно. Да, спасибо вам. У меня есть серия технологических вопросов. Должен признать, что это очевидно совершенно ваши партийцы, так скажем. И вопрос не очень лицеприятный. Как вы смотрите на то, чтобы ввести в устав партии норму, предусматривающую ограничение времени пребывания на посту первого секретаря, например, двумя каденциями при сроке одной каденции в 4 года? Ну, чем вызван вопрос, вы понимаете. Он считает, что бессменное лидерство в течение 15 лет первого лица партии, на мой взгляд, приводит к негативным тенденциям в ней, знакомым еще по временам застоя.